Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, главы государств, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить слова благодарности президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шарипычу Рахмону за гостеприимство, радушие и прекрасную организацию нашего заседания, а также за ту большую работу, которая была проведена таджикской стороной за время председательства в ШОС. Желаю также успеха Российской Федерации, которой переходит председательство в ШОС. Уважаемые коллеги, убежден, что успешное проведение сегодняшнего саммита придаст новый импульс дальнейшему развитию нашей организации и укреплению авторитета на международной арене. В период, прошедший после Бишкекского саммита, государствами, членами ШОС была проведена плодотворная работа по практической реализации договоренности, достигнутых в Бишкеке. В прошлом году в городе Бишкек мы поручили главам внешнеполитических ведомств обеспечить подготовку проекта стратегии развития ШОС до 2025 года и представить на рассмотрение. Сегодня мы уже подпишем решение Совета о проекте стратегии до 2025 года и поручим организовать работу по согласованию данного документа, выражая надежду, что этот важный документ станет основным, определяющим курс деятельности нашей организации на ближайшие 10 лет. Уважаемые главы делегаций, дамы и господа, ситуация в регионе, как и во всем мире, остается непростой, не может не вызывать обеспокоенность углубления кризиса в Ираке, ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ливии. Конечно же, мы переживаем и за ситуацию на Украине. Надеемся, что итоги трехсторонней встречи в Минске и неукоснительное соблюдение всех пунктов протокола о прекращении огня на востоке Украины создадут основу для дальнейшей стабилизации ситуации. Кыргызская республика выражает заинтересованность в мирном и стабильном Афганистане и поддерживает усилия правительства Афганистана, направленные на проведение демократических преобразований и реализацию национального плана развития страны. Надеемся, что лидерам хватит спокойствия для нахождения компромисса. Нас особо беспокоит набирающий силу процесс интеграции организованных наркосообществ, действующих на территории государств Центральной Азии. Как нам представляется, ситуация требует принятия решительных мер по формированию эффективно работающей системы совместного противодействия распространению наркотиков. Полагаю, что нам также нужно и далее проводить целенаправленную работу по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, трансграничной организованной преступности. Уважаемые коллеги, хочу особо привлечь ваше внимание к еще одному очень актуальному
и очень важному вопросу. Шанхайская организация сотрудничества в свое время создавалась на основе Шанхайской пятерки и подписанных в пятистороннем формате соглашений об укреплении доверия военной области и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ, которые действуют и сегодня. Эти договоренности внесли серьезнейший вклад в поддержание мира и стабильности во всем регионе. Считаю, что с учетом сегодняшних реалий нам всем необходимо неукоснительно выполнять достигнутые тогда договоренности и прилагать максимальные усилия по укреплению мира и доверия в нашем регионе. Полагаю, что именно укрепление доверия в районе границ государств-членов ШОС должно стать одним из наших приоритетов. В этом плане, в целях обеспечения практической реализации соответствующих усилий, предлагаю приступить к разработке и последующему подписанию на двухсторонней основе проектов соглашений между государствами Центральной Азии о укреплении в районе границ. Уважаемые участники заседания, Кыргызская республика придерживается позиции, что именно экономическое сотрудничество со временем должно стать цементирующим фактором в деле укрепления нашей организации. В рамках обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности мы выступаем за скорейшее создание Фонда развития и Банка развития ШОС. Уважаемые коллеги, со дня создания ШОС наша страна активно участвует в ее деятельности и считает эту организацию перспективной региональной структурой. Надеюсь, что совместными усилиями мы продемонстрируем всему миру строгое соблюдение всех достигнутых нами договоренностей. Уверен, что это повысит привлекательность нашей организации, ее потенциал и зрелость в мировом сообществе. Благодарю за внимание.